марта. В целом на территории края ожидается пасмурная погода. Температура днем плюс 11 плюс 17 градусов. В Ставрополе ветер до 5 метров в секунду и плюс 11. Возможен небольшой дождь, поэтому будьте осторожны, на дорогах может быть скользко. Не забудьте взять с собой зонт или дождевик, чтобы не промокнуть. Человеки, если промокают, то могут простудиться. В Изобильном и Новоалександровске уже плюс 14, как и в Невинномысске. Световой день 12 часов 13 минут и новолуние. На Кавминводах без осадков и весь день пасмурно. В Ессентуках плюс 10. Почему город называется как минералка? Потому что он такой же полезный для здоровья. В городе Кисловодск плюс 11, ветер 3 метра в секунду. Железноводск плюс 10, Пятигорск плюс 12. Не должно быть дождя и на востоке. Там теплее всего до плюс 17 и выглянет солнышко. С вами была Снежана Туманова. Хорошей вам погоды и прекрасного настроения, человеки!